Всем привет, вы на канале Кейн, и сегодня у нас игрушечка под названием интернет-кафе. Так, это новый отель, который вы арендовали. Можете есть пищу или спать здесь. Можете следовать за знакомым на экране, чтобы добраться до рабочего места. Ух, какая чувствительность мышки медленно. Все, сейчас повысим. Все, на максимум поставил. Погнали, что у нас голод. Тут сверху, справа у нас мелкий. Надо похавать. Ага, все, поели. Так, на балансе у нас есть 20 тысяч баксов. 5. На балансе есть 20 тысяч баксов, короче, у нас. В общем, интернет-кафе это, короче, компьютерный клуб просто. Будем сейчас с нуля делать свой компьютерный клуб. Тут такой срач у меня. Сколько тут убирать придется? Ладно. Щелкаем пальцем, и у вас все убрано. Воу, нифига, как быстро я убрался. Вон-то локация у нас пока что недоступна, ее надо докупать будет в нашем интернет-кафе. Давай пока что-то зайдем в комп. Ух ты, ё-моё. Да что тут есть? На стуле даже это. Все. Так, заходим в комп. Спайс. Запустить комп. А, вот так. F. Фокус. Ага, все. Так. Компьютеры. А, закрыть, открыть. Костюмы. Так, замазок. Во. Так, давай посмотрим. Тут есть комп. Надо компы нам какие-нибудь закупить. На начало надо какое-нибудь кресло купить, недорогое. 20 тысяч есть у нас. 20 тысяч. А, на барахолке как раз заберем, я видел, там кресло есть. Так, клаву надо. Берем дорогую, пока есть бабки у нас. Так, ну, так, комп. Этот берем. Так, стол какой нам взять? Стол лучше, стол какой лучше стоил? Вот это давай за 400 рублей возьмем. Мышку надо взять. Мышь. Ой, что это за вирус тут? Тут иногда вирусы будут выскакивать всякие. Надо антивирус закупать здесь. Так, давай еще закупим вот эту мышку. Еще стул какой-нибудь закупим. Вот этот, к примеру. Закупим еще клаву. На еще игровой стол. Моник. Еще вот этот. И комп. Комп. Ух ты, нам надо еще компы закупить. Давай пока купим. За 2000, за 3. Все, 5000 уже на балансе осталось. Мы только купили 2 места рабочих. Ну, чтобы не... Тут даже кондей есть. Температуру мерить. Жарковато у нас тут пока что. Оп, мышка. Пошло отсюда. Давайте я щелкаю пальцем и все поставлено. Пау! Первое место рабочее готово. Там все уже посылочку разгружают. Кстати, тут иногда ходят воры и бомжи всякие. Бомж может сюда зайти. Давай откроем кафе. У нас же рабочее место одно уже есть. Вот. Короче, тут заходят бомжи какие-то всякие различные. Они могут своровать какой-то предмет отсюда. О, первый клиент, добрый день. Щелкаю пальцем, и третий. Ой, второе место готово. Опа, и второе место готово. Он энергетик просит. В общем, еще раз объясню тут. Бомж, надо его гасить срочно. Тут такая бита есть. Вот, подходит тебе бомж такой, и надо его гасить. Он может сейчас забежать сюда и украсть. И тут еще эти воры ходят. Где? Только не видно его. В капюшоне такой чувачок ходит. Так, в общем, тут есть кухня, надо покупать все такое. Давай зайдем пока сюда, посмотрим, что тут есть. Есть какой-то костюм-чехол. А, кейс, понял. Давай мне керамбит какой-нибудь. Банан. Продать за 10, это вообще не ок. Давай пару раз покрутим. Просто интересно. Тормози. О. Близко, штука близко. Все, продаем нафиг. И вот этот еще откроем за 100 рублей простой. За 100 баксов точно. Простой. Не, пофиг, да. Так, тут есть рабочий. Давай наймем охранника. Он будет выгонять этих бомжей всяких. Так, есть еще у нас отзывы. Это трудоемкое место такое себе. О, уже нам этот счет приходит на освещение. Да, предметы можно в аукционе. Царапины. Лотерея, что ли?
Он невозможно выиграть. Вот 5. Подожди. Давай чуть-чуть так, чуть-чуть попробую чисто. До первого выигрыша. Антивирус. Тут антивирус надо купить срочно. А, все? А, ну понял. Понял. Так. Так, где тут игры можно купить? WWE. Ой, WWE. Так, антивирусы. Купите отдельный обзор для вашего бизнеса. О, спасибо, 100 рублей дали нам. Более 3 комментариев в день. Блокировка рекламы надо брать. Полицейские. Мы продаем обычные часы проверки. Полицейские, проверьте свой почтовый ящик после покупки. Так, что такое? Учебники, что это? Игры, вот. Давай купим GTA 6. Чудо Франклин, что ли? GTA 6 давай закупим. FIFA 20. Ой, блин, ну, надо срочно тиры брать. Это законай такой. FIFA 6. Диабло. Диабло давай возьмем. Майнкрафтер 2, что ли? Кибербанкер. Half-Life 3. Все, ну пока пусть так будет. Айка Стори, что это? Ага. Давай купим помещение дополнительное. Все, у нас 300 баксов все осталось. В общем, купили еще походу помещение, да? А что я купил? А, я вот это купил. Вот эту комнату я купил. Здесь, короче, поставим самое дорогое все для VIP-гостей. А тут среднячок. Не играет во что-то. Ржешь. Это довольно, по-моему. Ну, у нее кресло я это на барахолке в ломбарде вообще купил. А, это охранник мой, кстати, да. Вот бомж вышел. Бомж, надо сразу убивать отсюда. Бомж, уходи отсюда. Так, сейчас я хочу вам показать текстурку вора. Если он ходит здесь. Вот вор, вот это вор называется. Вот, его надо всегда гасить. И бомжа тоже надо гасить. Пока мы его не будем, лучше гасить. Что это такое? Майнер? Майнинг ферма? Ну, я не шарю за это вообще. В старой части такого не было. До обновления, по-моему. Сейчас что-то появилась какая-то майнинг ферма. Хрен знает, что это вообще. Так, давай купим что-нибудь еще нам. Сколько у нас денег вообще? Так, замазок. 600 рублей. Давай самый дешевый стол купим, какой-нибудь там. Не, 200, хотя давай за 300 да, купим. Монитор. Даже квадратик этот дорогой. О, блин. Мышку, давай хотя бы какую-нибудь мышку дам. Есть какая-нибудь мышка. А, тут еще и автоматы есть. В следующей серии мы автомат купим еще. Так, мышка, мышка. Хочу вот эту, все, вот эту берем. Клавиатуру. Клавиатуру. Клавиатура. За 350 берем. А, 5, это 5. Так, все, вроде. Банкноты. А, ну, блин, каждый день будет приходить счета за, за свет здесь. Так, все, выходим отсюда. Так, надо перекусить здесь что-нибудь тут. На рынке есть что-нибудь? Да, тут есть булку, возьмем, давай. Так, как есть. Оп, сожрали. Угу. Оп, о, стол мой приехал как раз. Ладно, давай его сюда пока захерачим. Потом убрать его можно. Как, какую сторону? Вот так вот. Нормально вроде все стоит. Так, это у нас клавиатура приехала. Ставим клаву. Все, так нам осталось компьютер, кресло и монитор. Вот что-то клава криво стоит. Как ее переставить? Вот так. Не вижу ничего. Вот так все. Ладно, пусть так пока стоит. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. Завтра вторая часть.